Дочь пока чужит самоубийством. Они в квартире, наш скустил. Оркестр, ты у меня тут оркестр. Молодец. Я серьезно, ты же скоро все поймешь. Удивительно, продали все кепки, все значки. Осталась последняя кепка и последний значок. Я хочу сбежать от тебя. Слушай, нам надо багаж получить, нет? Нет, а вот он. Люблю как-то так. Сегодня в Казани. Мы идем. Это я так слушаю голосовое. Мы идем. Че, как дела? Нормас. А рядом с Афишей как раз. Со своей или с Бонни? А что поет группа «Князь»? Князь! А что они поют? Князь, это как ясь. Но это Король и Шут. Помнишь? Князь. Группа Король и Шут. Да, да, да. Князь, это вот солист, короче, группа Король и Шут. Да, 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 да. Бумгаршок, а вот думала, это второй князь. И это типа группа Князь. Я думала, они старые. Да. Че, ретро FM? А, мы на ретро FM, что ли, пришли? Нет. Это Ира. Очень приятно. Так, чаёчек. Да, чай с лимоном. Казань. Радио Рекорд. Выходим в эфир. Я вообще не романтик. Совершенно. Я очень циничный человек, на самом деле. Но я... Нет, ну, конечно, я романтик, если я пишу романтичные песни. Я романтик, но я романтик только в песнях. Когда я написала «Ядовитая, разбитая», это не значит, что я ядовитая, разбитая и убитая я. Я просто нашла такую... Ну, авторы меня сейчас поймут, если они нас слушают. Я нашла такую прикольную фонетическую как бы форму, которая мне показалась очень интересной. Авторы меня поймут. Она мне показалась интересной. И, конечно, когда моя мама услышала, ну, мама же, она по-другому все воспринимает. Она, что все, все, я дочь пока чужит самоубийством, или там еще что-то, ну, что это такое? Конечно, мама, дочь, ну, так как бы моя мама, дочь, вот я не знаю даже, что сказать. Это все, я говорю, все, я больше тебе ничего не показываю. Я говорю, вот ты даже не понимаешь, эта строчка самая там крутая. И всегда, вот когда моя мама, какую-то строчку мне нравится, в итоге это самая крутая строчка. Нет, у меня вообще была другая идея песни. В итоге ничего не получалось написать. Ну, точнее, у меня был припев вот этот вот. Но мне хотелось как раз, чтобы в куплетах мне подруга это пела. И мне нужно было так сделать куплет, что мне подруга говорит. И типа, ну и подруга мне говорит, не будь дурой. В итоге все получилось не так. То есть я не смогла это придумать. И я в итоге сама получаю подругу. Вот. Ну, так часто бывает, да. А могла бы ты исполнить, допустим, чужую песню? Вот тебе подарили, это были... А у меня были такие песни. А, уже были? Они неудачные. Почему? Почему неудачные? Хотя песня хорошая. Может быть, ты потому не что проживаешь, я... да, эти композиции? Как? Не мое просто. Вот, ну, песни, они неплохие, они хорошие. То есть они талантливо написаны. Но эти песни все провалились. Вот, как бы. И это говорит о том, что совершенно... Я просто изначально автор. Когда из меня пытались там, ну, там, сделать какие-то песни, купить мне там что-то там, продавить какую-то другую историю, это не заходило. А люди же чувствуют. Ты мне заходишь. Ой, Эльмире. Эльмира, это я. Эльмира, это она. Щедрые выходные. Давай! Не вой, не вооружусь, да? Алексей Андреевич, наш русском стиле. Зоны доступа для всех, но друзья нас простили. Ты такой мудрый, и почему-то я хочу сбежать от тебя каждое утро. Мы одни в квартире, наш русском стиле. Забито, да, как будто бы чуть-чуть? Вот я чувствую, да. Все, то есть масло надо будет после масла.
Так, горячего вот налей мне. Горячие кипяточки есть, что ли? Налейте горячую воду, пожалуйста. Ну, не надо там стакан, чтобы быстрее. Ширина стрелки сравните с известным приведением. Меньше, чем ширина. Да, у нас. Глазкий пульс, века расслаблен. Стильно какую-то фазу. А, Денис, как ты думаешь? Просто в нее чтобы дополнительно залили? Врач предлагает сделать какую-то паузу внутри концерта. Как это лучше сделать? На каком основании, да, мне уйти со сцены на ну, блин. Буквально, в принципе, а оркестр там... может просто... Оркестр. Да у меня тут оркестр. Один гитарист. Ну, гитарист что-нибудь. Бедные артисты, понимаете? Сыграет. А вот этот, когда парень выйдет. Так, вы скажите, когда вдохнуть. Да. Сейчас выходит. Рот открыт. Пока спокойно. Ты меня зажал? Молодец. Сейчас 20 минут не пей, не пить. Я не буду пить. Сейчас пить. Не пить не буду. Да, могу не пить. Пить уже сейчас. Пожалуйста, через 5. Все. Хотя я в руне. Мы никогда не спали по ночам. Мы всегда говорили. И каждый день наши танцы глаза в глаза делали нам очень горячо. А может, все это ошибка наша. Эти песни по мне, не по мне. Я никому не скажу, как ты меня называл. И ты не говори. Такси туда и обратно. Я знаю, что будет завтра. Ну а пока на пороге не стой. Не хочу целоваться в парад. Мне зоны доступа для всех.
еще, еще. Какая песня? А он сегодня любил какую дурь. И ты не знаешь, что делать теперь. Не будь дурой, я серьезно, ты же скоро. Удивительно, продали все кепки, все значки. Осталась последняя кепка и последний значок. Это организатором продали. Нет, это Андрей у нас просто хороший продает. Он всегда говорит, дай мне продавать. Просто дай мне продавать. Один раз, первый раз дали мне продать, я продал все, все продал. Нужна кепка. Ходит там еще в смотрите, даже зажимает организатор. Да. Все продал. Все. Ну это что за человек? Просто все. Смотри, по регистрации. Вдвоем вы сделали так вот по громкости, по драйву, по низу. Разницы нет никакой. Да, кстати. Вот просто живьем прямо. Просто да. Живага была. У вас было офигительно просто. Я все заснял.